Приветствую всех, дорогие мои друзья. У нас шутки, гололед и просто-напросто моя супруга мне сказала некоторые фразы, как она ходила по городу. Ну, я еще под пивом пошел, с догоном за пивом. Да, моя супруга сказала: тым. Вот шашки такие делаешь, пытаешься зацепиться, у нее когти, ну когти фахнирные, конечно, когда-то продавались нормальные, сейчас стали делать подделки. Да, а я-то сходил в резиновых дутышах, а у нас, извините меня, горка 45 градусов. Благо один хороший человек перила сделал до самого низа, до перил попытайся добраться, но он таки посыпает улицу. Есть хорошие люди, есть хорошие действительно люди, но у меня было здоровье и были деньги, я тоже покупал соль, песок и свой переулок посыпал, но сейчас нет ни того, ни другого, поэтому уж извините, но тем не менее супруга купила пару пачек соли. Хотя бы что-то, где-то какой-то участок я просыпал. Ну и в этом отношении, когда сорокопады начинаются, я вас призываю быть благоразумными людьми. И, ну слушайте, на несколько пачек соли у вас денег всегда хватит. И перед началом всего этого сезона вы можете купить мешок песка. Это не так дорого. И вы на самом деле каждое утро или так, когда начинается такая канитель, можете выйти, просыпать. И знаете, и бабушки на меня крестились и молились. Но это не самое главное. Самое главное, что ваши родные и близкие и соседи, с которыми вы в хороших отношениях, и друзья ваши не будут падать. Это намного лучше, чем найти обмороженного, искалеченного человека под своим забором и понять, что уже, в общем-то, поздновато ему помогать. Поэтому, что я могу сказать? Будьте добродушны и помните, что если какая-то падла пожабилась, не посыпала возле своего магазина, а это часто очень бывает, возле магазинов, бизнесмены не посыпают, нихуя не делают. Поэтому ходите в ритме тым. А лучше посыпайте возле своего дома. Вы знаете, настанет время сорокопада. Это вам не в убыток будет. Купите немножко соли, купите немножко песка. И пускай какой-то ублюдок на иномарке будет орать, что вы попортили ему, понимаете, днище его говномашины, миллиметровый какой-то там поршик или еще что-то такое там, вот это дерьмо, сделанное, блин, из чего-то. Просто сыпаните ему ебало соли в глаза. Дай-д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 ай